комплекс «Ноги 2». Суть комплекса заключается в том, чтобы вы выполнили 5 упражнений со штангой и гирями последовательно одно за другим. Первое упражнение – это фронтальный присед. Я, конечно, не мастер фронтального приседа, но как могу, так и приседаю. Второе упражнение – это швунг. Швунг выполняется также с помощью ног. То есть это специальное подготовительное упражнение для толчков, гирь, штанги. Третье упражнение – это приседание. Уже со штангой за спиной. Вы выполняете также 5 приседаний со штангой за спиной. После чего переступаем к упражнению с гирей. Первое упражнение – это у нас будет толчок. Толчок также выполняется с помощью ног. Идет незначительный подсед, затем выпрямление ног, которое дает посыл гирь вверх. После чего также выполняется второй подсед. Можно заметить, что во втором подседе вы также должны упасть вниз. Очень качественное упражнение для ног. Оно взрывное. Нужно стараться выполнить именно с помощью ног это упражнение. Тогда гири строго полетят вверх. И при этом работа ног будет вам обеспечена. Четвертое упражнение, как я говорил, уже толчок. То есть первые 3 вы выполняете по 5 повторений, после чего выполняете 20 повторений в толчке. Почему такая разница? Ну, во-первых, такая разница, потому что приседание – это собственно-силовое упражнение, а толчок – это импульсное упражнение, которым мы разбавляем, так скажем, разбавляем работу ног для того, чтобы ноги работали чуть быстрее, оставалась у вас хорошая хороший взрывной компонент, можно так сказать. И завершает этот комплекс забросы гирь. Их нужно стараться также выполнить с помощью ног. И вот мы видим уже 5-й подход, 5-й сет. Также точно 5 повторений. Все сеты я записывать вам не стал. Смысла в этом никакого нету. Это слишком долго и мучительно просматривать все сеты. Но это уже 5-й сет. Веса здесь подобраны специально низкие. Здесь не то, что я вам показываю, какая должна быть работа по мощности. Я просто показываю, какой можно придумать вам комплекс для выполнения упражнений мышц ног. Ну, также немножечко мышц и спины. Конечно, спина не может работать без ног со свободными весами. Вы должны это, конечно, прекрасно понимать. Итак, выполнили по 5 повторений фронтальный присед. Выполнили швунг жимовой, 5 повторений. И присед со штангой за спиной. И приступаем к упражнению толчок. Толкаем также 20 раз. В этом упражнении нужно дышать. Помните, что толкать нужно всегда на дыхании. То есть вот это импульсное упражнение, оно прекрасно подходит для того, чтобы сохранить скорость в ногах. Конечно, комплекс больше является специально подготовительным для гиревого спорта. Но вы также можете выполнять этот комплекс и без каких-то направленностей, можно так сказать, гиревых. Можно выполнять, если вам тяжело, не 20 повторений, допустим, а 10 повторений упражнений толчок. То есть я эту подсобку делал именно для упражнения толчок, для того, чтобы почувствовать это упражнение. После того, как мы забиваем ноги на приседаниях, мы сразу же берем и толкаем гирь. Вот этот комплекс был выполнен буквально за 3 недели до основного старта. То есть мы видим тут гири 16 и 20 килограммов. Выполняется свободно, как я говорил, на дыхании.
И также, как мы видим, ногами гири поддергиваются в упражнении заброс. Забросов здесь я выполняю 10. Такая тренировка. Между делом. Тренировка ног. 5 сетов. 5-5-5. 20-10. 5 серий. Отдых минута. Всем пока.